Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, та багатий, як земля. А якщо нічого немає, то не будь ніким. Майже так сталося у ранішній порі п'ятниці. Події розгорталися приблизно 4-й годині ранку. Немісцевий водій вантажівки загатив залізобетонний розділовий газон на вулиці Артема. Машина їхала напрямком до залізничного вокзалу і раптом наскочила на розділову огорожу. Дане дорожньо-транспортне происшествие произошло около 4 часов утра. Автомобиль «Мерседес» двигался по улице Артема со стороны улицы Батищева в направлении железнодорожного вокзала. Двигаясь в левом ряду со скоростью около 40 км в час. В правом ряду двигалась в попутном направлении автомобиль «Иномарка», как пояснил водитель «Мерседеса», который пошел на опережение и, перестроившись с правого ряда в левый, создал аварийно-опасную ситуацию. Водитель автомобиля «Мерседес», избегая столкновения, принял влево и совершил наезд на железобетонный парапет. Данное дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя «Мерседеса», так как, выполняя маневр 10.1 правил дорожного движения, изменил направление движения, не убедившись в безопасности выполнения данного маневра, и совершил наезд на парапет. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 124 Административного кодекса о совершении дорожно-транспортного происшествия за нарушение пункта правил 10.1. По данной статье предусмотрена санкция 340 гривен - 420, либо же лишение водительского удостоверения на срок от 6 до 12 месяцев. Додому, що водій травм та ушкоджень не зазнав.